Детям, воспитанным в этом тайваньском детском садике, не страшны никакие трудности. Вместо обычных кукол и кубиков здесь тренировки с элементами подготовки морских пехотинцев. Эту программу для дошкольников разработала директор образовательного заведения совместно с тайваньским профессором педиатрии. Она направлена на детей от 3 до 6 лет. Цель – укрепить детское тело и психику. Мы используем приемы тренировок морских пехотинцев, чтобы научить детей справляться с трудностями. Они учатся преодолевать препятствия, принимать вызов. Выполняя каждое упражнение, они развивают храбрость. Более 10 лет назад мы объединили физические и умственные занятия с движениями из курсов подготовки морской пехоты. Каждый выпускник детского сада «Альберт», чтобы получить выпускной сертификат, обязан пройти полный курс физической подготовки. Есть здесь также и тренировочные программы для детей от 7 до 12 лет. Их посещают после уроков или во время летних каникул. Тренировки проводятся ежедневно по часу или два. Директриса уверена, что они способствуют умственному развитию ребенка, а также развивают у него такие качества, как дисциплинированность, выносливость и уверенность в себе. 8-летний Дзю – выпускник детсадика, а сейчас посещает летнюю программу. Мама сказала, что тренировки очень хорошие, и она даже попросила меня ночевать здесь, чтобы я побольше тренировался. 9-летняя Фон говорит, даже после многих лет тренировок некоторые элементы даются с трудом. Сальто назад очень сложное, оно требует больших усилий. Есть в детсадике также группа по обучению игре на японских барабанах, а сейчас здесь еще и разрабатывают программу, которая объединит элементы все той же тренировки морских пехотинцев с чирлидингом.